А в Шымкенте сегодня открыты 312 избирательных участков. Все в штатном режиме. Некоторые горожане пришли задолго до начала голосования. Они хотели первыми сделать свой выбор. За процессом голосования сейчас наблюдает наш корреспондент в регионе Катерина Попкова. Она тоже с нами на связи. Катя, шымкентцы по-прежнему активно идут на выборы. Здравствуйте, Арстан. Мы сейчас находимся на избирательном участке номер 101. Люди идут сюда, чтобы сделать свой выбор. По последним данным, которые озвучили буквально только что, явка избирателей составляет чуть больше 34%. Многие пришли на участок прямо к открытию. Первым избирателем, проголосовавшим здесь, стал 24-летний Азимхан Исабек. Заполненный его рукой бюллетень упал в урну примерно через минуту после официального старта голосования. Уже по традиции первым избирателям дарили подарки. Сегодня эта книга Абая Кунанбаева. В Шымкенте на участках ждут 617 тысяч избирателей. В день выборов в мегаполисе общественный транспорт не курсирует в обычном режиме. 10 января сделали бесплатный проезд по всем маршрутам. Но горожан попросили обязательно соблюдать и сохранять масочный режим. Особое внимание санитарным нормам уделяют и на избирательных участках. Давайте послушаем, что нам рассказали в городской избирательной комиссии. С 7 утра по городу Шымкент открыты все 312 избирательных участков. Из-за пандемии средства индивидуальной защиты закуплены всем полностью, защитные маски, рукавицы, кроме этого халаты и санитайзеры. А также для каждого избирателя на уходе есть специальные запасные маски. Как соблюдают санитарные требования, проверяют мобильные группы. В ходе голосования нарушений не было зарегистрировано. А в избирательной комиссии сейчас заняты тем, что обновляют имеющуюся информацию. К слову, сегодня 23 тысячи шымкенцев будут голосовать впервые. На этом у меня пока вся информация. Арстан. Спасибо, Катерина Попкова. Моя коллега информирует нас о явке избирателей из Шымкента.